Приехал в гости к своей сестре. Живет в шикарном доме. А посмотрите, какой у нее барбосик. Смотри, у нас шеф здесь, Сакиш. Он Сакиш. Hello. Yes. Hello. Это тебе. Что ты там вкусное готовишь? Как вкусно пахнет. Не скажи, ты экскурсию сделаешь по своему шикарному дому? Ну, давай, давай, экскурсию так, давай. Это мой зал. Отличный зал. Это наше Эгейское море. Вот оно. Какая у тебя панорама вообще шикарная. О, иди сюда. Вон там танкеры стоят. Здесь Олег, но он сегодня не очень хорошо виден. Вон там он вообще-то, но сегодня не очень хорошо его видно. Может, попозже покажем. Вон там находится Олимп. Гора Олимп? Да, сегодня. А горы, ты же знаешь, боги, как я люблю, а? Боги, ребята, кто не знает, это моя сестричка. Она живет в Греции, город Салоники. Какая шикарная лестница, а? Офигенная. Слушай, я к тебе перееду. Я там ремонт затеял, диван выкинул, с окна летел он у меня. Да. А что он танцует? Сиртаки? Да, покажи мне свой автопарк. Пошли. Уверен? Так, это смарт. Так, это мой смартик. Я каждый день на нем обычно. Это мой Мерседес. Ты любишь Мерседесы? Слушай, смарт, это же Мерседес, да? 21 апреля, 21.4. Это Мерседес, да. Это другая светлая машина. Вот так интересно, бы помыла их хотя бы. Это моя другая машина. Хорошенькая, да? Ну, шикарная. Ты знаешь, когда я хотел купить себе автомобиль, я выбирал или взять X6, или Mercedes. Но Mercedes был чуть дороже, у меня денег не хватало. Тогда ты мне не позвонил. Ну, ты же знаешь, я не люблю денег просить. Почему? Я люблю их зарабатывать. Мы же кавказские люди, Георгий. Так, идем дальше. Только ты, по-моему, пожалуйста, не смейся. Другая машина. Это что за автомобиль? У тебя есть Феррари, и ты мне не говорила. А что, он на зарядке у тебя стоит? Да, надо заряжать здесь. Он электрический? Да, когда не ездишь, надо иногда заряжать их постоянно. Офигенный автомобиль. Не было. Всем привет. Стоит, пылится. Да. Надо как-нибудь прокатиться. Дерево, и оно у меня цветет каждый год. Отлично. Моя слушай, как ты его вырос. Так отрастила таким большим, а? Моя мама мне дала... Чем больше дерева, тем больше денег. Такой отросток. Какой у тебя джакузи, да? Пока холодно. Да, пока холодно. Слушай, ну с таким видом с джакузи сидеть, пить вино и наслаждаться просто прекрасно. Это Греция. Да, панорамный дом. И внутри дома. Посмотри, как красиво видно отсюда. Скажи, кем ты работаешь? Я телеведущая. На каком канале? Open. 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 Самый лучший канал Греции. Слушай. Канал Ивана Савидиса. А что ты ведешь? Я веду рубрику медицинскую. И занимаюсь и медицинским туризмом. А, кстати, ты же медврач. Да. Поэтому, ну, малышева Греции, можно так сказать, но нет. Какие у меня сестры, а? Слушай, а у тебя порода кури, как у меня. Я не знаю, это наш садовник привёл. Ребята, мне купил. Есть вот такая вот шикарная мангальная зона. Можно крутить одновременно двух баранов. Ну, порядок надо навести. Надо было убрать. Ну давай по бокальчику. Кто у меня на кухне сегодня? Я буду сегодня у тебя хозяйничать. Георгий Кавказ, вот вы родным братом.
Давайте. Буду готовить вот такую вот рыбу. Вау! Ты знаешь, я через орхидеи никогда не готовил. Как называете? Рыба как называется, кстати? У нас кажется, замка рыба. Не знаю, как по-русски, надо поискать в гугле. Это морская рыба, короче. Да. И сегодня ее поймали. Так, дай мне хороший нож. Сейчас начинаем. Твои тети здесь за тобой следят. Слушай, а можно я ее кавказским способом приготовлю? Нужно. Она чищена. Мы же все кавказские люди. Хотя и живем в Греции, но может там родились. Нет, чищена. Давай я поближе сниму. Ну, красивая рыба. У нас на Кавказе только карпы, форели, сазаны и норвежские. Вскроем ему сейчас голову. Ну, конечно, у нас не такие ножи, как у тебя, прости. В следующий раз закажем. Слушай, а если бы я на самолете не летел бы и не пересекал бы несколько таможен, я бы свой привез бы. Один комплект для тебя. На сегодняшний день знаешь, как тяжело добираться сюда? Ну, надеемся, это все пройдет и будете легко добираться до нас. Так, гриль готов. Открываем. Не, ребят, шикарная локация. Кто за то, чтобы мы здесь сняли какой-нибудь ролик? Эх, жаль, что я сюда приехал без оператора. Да, Толик? Сейчас был бы ты здесь. Мы вот здесь вот приготовили бы офигенного козленка. Мажорно бы получил. Ну все, рыба готова. Мы ее несем к столу. Свинцом она идеально залетит. Попробуешь против? Нет, ты наливай. Я сейчас так не могу дегустировать. Надо залпом. На солнечных лучах это выглядит очень великолепно. Сегодня мажорим. Ребята, хочу пожелать, чтобы все мои подписчики жили вот в таких домах и провожали вот такие вот прекрасные закаты.